Всем привет, с вами Кулин, и добро пожаловать на новый выпуск МК Мобайл. И сегодня я буду открывать паки, которые как раз таки у нас есть здесь, в этой игре. И как видите, у меня 1000 душ и 600 тысяч голды. Да, ну, для первого раза, ребят, пока что подойдет. В будущем как раз таки душ и голды будет больше. Это пока что моя первая, так называемая, распаковка наших паков. И посмотрю, что я наконец-таки смогу выбить как раз-таки. Но, правда, я перед этим открыл как раз-таки заранее один пак за 150. Я просто решил так по чистой случайности его открыть. И я в итоге выбил Соню Блэйд, оперативный сотрудник. Как видите, она у него 16 уровня. В принципе, неплохо, что можно уже сказать. Хотя там есть и другие карточки золотые, которые могут быть типа лучше. Хотя, ну, посмотрим. Мало ли, что у нас там вдруг бывает. И, если ошибаюсь, еще пару бойцов я выбрал с обычного, как раз из ежедневного, который нам дают. Это, если ошибаюсь, кто у нас там? Вот у нас первый Джекс, Сони Блэйд, и я забрал Ермака. Или Эрмака, может так сказать, я вот не знаю, Эрмак, вот примерно так можно говорить. Я как раз-таки его забрал с башни Шираю, вот, с 10 уровня, который как раз-таки. В принципе, неплохо, халят как раз-таки серебряная карточка. Правда, я не знаю, смогу ли я здесь дальше в башне пройти, потому что уже тут золотые идут. Сколько тор у нас тут уровень уже получается, да? 30 уже получается уже уровень. Видите, я уже на 12 уровне, и я пока что дальше не двигаюсь. Фатально я вообще дальше не иду, ребят, потому что там беда-бедой. Ну и чисто я еще гоняю воины фракции, и иногда в башню Шоукана иду. Но опять же, в башню Шоукана я там фиг дальше пройду, потому что там уже нужна серьезная прокачка. Ну что ж, мы сегодня будем открывать наши паки. Давайте. Что примерно будем открывать, ребята? Да, скорее всего, ребят, будем обычно открывать такие паки. За вот... вот этот золотой набор за 150. И вот серебряный набор мы открываем за голду. Возможно, я, конечно, не знаю. Может быть, я открою вот такие наборы. Если, конечно, хватит не душ. Возможно, я не знаю. Может быть, я оставлю. А то мало ли еще. Вдруг на следующую упаковку пригодится. Пока что, ребят, я вот эти паки не трогаю, потому что, ну, не знаю, что-то уж не хочется пока рисковать за 400 душ открывать вот такие вот алмазные наборы. Это вот, может, в будущем я не знаю, буду открывать, как только у меня там, допустим, душ будет больше. Так что посмотрим. Сегодня мы будем открывать вот такие вот паки. Сначала, наверное, откроем пока что серебряные наборы, а потом будем открывать, наверное, золотые. Если нам хватит, либо на испытания, может, откроем, либо на спецназа как раз-таки. Как видите, надо до 2 дня осталось, и все такое. Я, конечно, мог этот видос раньше выпустить, потому что тут, короче, был пак за 375 душ. Но, к сожалению, я передумал, ребят. Просто я такой подумал, типа, мол, а нафиг мне тут тратить 375 душ, если повторяется предыдущий опыт с каким-то золотым набором. Да, как раз-таки, где я выбил Кана. За 200 душ как раз-таки со скидкой продавали этот набор. Золотой, если ошибаюсь, набор из замка 11-го. Вот, пожалуйста. Так что давайте начнем. Да, давайте сейчас пока начнем серебряного набора. Давайте как раз-таки откроем. Что у нас там по шансам? Ну, в принципе, такие у нас шансы. Ладно, давайте. Голды не жалко, если что, потом это накопим. Может быть, потом мы сейчас еще откроем набор снаряжения. Потому что у меня снаряжение тоже пока маловато. Так что я думаю, этого пригодится. Че падает? Так, спецприем. Спецприем. Так. О, и Котельпанкан падает. Нормально, так. Хорошо. Это мне пригодится. Так, и давайте еще откроем. Продолжаем пока. Знаешь, единственное, нельзя пока что тут... Ну, не знаю, можно ли тут или нет. Скорее, тут нельзя открывать просто прям сразу. Чтобы опять не покупать. Хотя, блин, это нужно, наверное, предисывать, можно так сказать. Ладно. Открываем еще. Так, опять спецприем у нас падает. О, Фужен Бог Ветра. Так. Ага. А, это для Рейдена, если... Да, для Рейдена. Так. О, Кисси Кейдж падает. Нормально. Вот это нормально. Так. Хорошо. Как раз таки я помню, покупал карточку, но она стоила, если ошибаюсь, сколько? 55к голды, если ошибаюсь, стоила, да? Вот. А тут раз и халявно. Так, хорошо. Так. А тут набор за 30-ку. Ладно. Еще продолжаем. Так. Ну, как видите, у нас тут еще кинши есть. Ну, посмотрю, может быть, кого-то я смогу вывести. Посмотрим, проверим. Так. Давайте-ка еще сейчас откроем. Так, наручи падает. Так. Амулет. Ну, прокачиваются у нас тут перки, так что что-то страшно. Так, о, Джеки Брикс падает. Так, ладно. Краски, может, все серебряно открою. Давайте один разочек я набор снаряжения открою. Так, что нам интересно там выпадет. Вот. Эпическую карту снаряжения Молот Гнева. То есть, есть шансы, да? Сейчас посмотрим.
Может, какого сейчас этого выбьем? Ну-ка. Хватает? Так, перчатки. А, это перчатки. Так, снаряжение внешнего мира. Так, и здесь на что? А, тут ничего, ребят. Обычные стандартные перки. Так, ладно, один раз открыли. Давайте теперь у нас снова серебряным продолжаем пока. Ну, пока мы сейчас за голду, повторюсь, счет КВМ. Пока за голду. Вот, ну-ка. Хорошо. Как раз-таки, может, себе в коллекцию что-нибудь там добавим, а то мало ли что. Так, вот посмотрите и попробуйте, если мне выбить кинши. Говорят, типа, хороший боец. Так что посмотрим. О! Как раз-таки способность для Джеки Брикс. Так. Храм Линквей. Так. Хорошо. О! И опять армак падает как раз-таки. Которого я выбил с башни Шараю. Вот, продолжаем пока, продолжаем. Так, ну ладно. Будет интересно, что уж поделать. Так. Что у нас там еще должно выпасть из этого набора? Так, ну-ка. Так, бухта. Ага, а, что за... А, у меня такого вроде не было, да. Угу. Так, о, опять наручи падает. Так. Что у нас здесь? И опять Джеки Брис падает. Так. Ладно, сейчас будем уже прокачивать просто так. Пока продолжаем. Угу. И еще один разочек, я, наверное, открою пока снаряжение. Вдруг что-нибудь, может быть, я на такое нормально выбью. Ну-ка, посмотрим. Сейчас пока мы серебряное продолжаем открывать. Так. Угу. Так, опять здесь прямо падает. О, полосатый свитер. О, это для Фредди Крюгера. Так. О, Джекс Брикс. Ладно, опять на него падает. Вот, не фермер, блин. Хотя, говорят, типа, фермер лучше. Ладно. Так, давай серебряный набор снаряжения сейчас откроем один разочек. Угу. Вот, ну я думаю, где-то, не знаю, либо 50, либо это сколько останется, так и все. Угу. Чтобы можно было потом в будущем. Так, меч. Так. Ага, катана. О, а что стало, кстати, уровня уже соляния? Нормально, так. Так, все, хорошо. Что с это третьим нижним видом? Угу. Так, и серебряный набор опять, продолжаем. До тех пор, пока мало голды на ней не останется. Она стоит 30 тысяч голды, да? Ну, сколько останется, столько и останется. Потом открывать за души. Так, ага, новый уровень дали. О, Милина для Тани, так. У меня краски ее нет. О, и Sony Blade как раз, опять. Как раз-таки, я, если ошибаюсь, открыл с бонзового набора. Причем на которого был один интересный баг. Мне просто один подписчик кое-что подсказал, и тут есть, короче, один баг. Знаете какой? Если во время открывания бронзового набора вырубите нет, вот, а потом снова вырубить, то ты, набор сохранится. Вот такой, кстати, есть баг в МК. Вот, и почему-то его до сих пор разрабы здесь не пофиксили. Не знаю почему. Вот, но все же такой баг и остался. Я благодаря этому в итоге открываю вместо одного. Ну, если так считать за день, то паки, например, вот бронзу открывают 3-4 раза. То тут наоборот, открывают теперь больше. То есть где-то раз 7-8. Но опять же, зависит от того, будете ли открывать или вообще нет. Так, о, мастер не бывает. Для QCK что-то хорошо, так. И рептилия падает, так. Ну-ка. Нормально, то есть он тоже прокачивает как раз таки, это вам не подойдет. Продолжаем. Продолжаем. Ну, я не знаю, смогу ли, интересно, я выбить кинши. Вот, кинши. Попробовать, прям, очень интересно. Тем более, хотя он серебряный, не знаю, но все же стоит рискнуть. Так. Ну-ка. А, опять здесь прямо падают. О, опять Джекс Брикс. Уже второго уровня слияния, так. Снова открываю. Все, я пока сейчас не буду открывать теперь снаряжение. Хотя, если останется, то может открою еще. Мало ли что. Хотя, лучше уж потратить пока на два пака. Посмотрим. Ну-ка. Продолжаем. Так. Ага. Что у нас тут? О, Кунжинь падает. Так. Нормально, хорошо. Сужу новые бойцы падают потихоньку. Так. Угу. Это хорошо. Да, жалко, что здесь серийный набор нет шанса на выпадение золотого какого-то персонажа. Да, немножко обидно. Ну ладно, продолжаем пока так. Угу. Ну-ка. Опять здесь приемы падают. Так, новый уровень опять падает. И опять Джеки Брис. Второго уже уровень сердцеяния. Так. Так, ну, если чуть-чуть останется, тогда может откроем. Так, ну, главное, чтобы нам сейчас осталось, а то мало ли еще сейчас у нас пойдет не так. Вот. Ну, потом я еще опять голды накоплю. Но уже в два раза больше. И я думаю, буду уже пока больше будет открывать. Так, на золотого падает спецприемы, так. Так. О, опять Кисси Кейдж. Хорошо, третий уровень слияния. Это вообще идеально. Ну, для моей колоды это точно подойдет, ребят. Вот, третий уровень слияния. Тем более, она реально прям офигенная. Вот я как раз ее использую. Если ее прокачать прям хорошо, вообще будет офигенно. Так, продолжаем. Фосно падает. Опять спецприем. Ага. Амулет падает. Так, второй уровень слияния.
И опять Джекс Брикс падает. В третий уровень слияния. Так, у меня остается еще 100 тысяч голды. Ну, давайте еще пару, если сможем открыть. Ну, я сейчас, наверное, пока не буду, наверное, все тратить, а то сейчас еще потом на прокачку не будет хватать. Хотя у меня спецприемов тут до хера, так что, я думаю, за прокачку тут не стоит переживать. Ладно. Так. Угу. Целебная трава падает. Ну-ка, кто у нас? О, опять Сермак падает. Уже второго теперь у нас уровень слияния он. Так, ну и на 2 дома хватает, да? Ну, в принципе, еще на 2 хватает. Давайте еще 2 открываю, и все. Вот. Я не буду, к сожалению, пока открывать набор снаряжений. Ну, там пока что-то не очень выпало, ребят. И 70 тысяч голды потратить, ну, не знаю. Пока что лучше буду набор открывать. Серебряный. Опять спецы падают, опять спецы. О, кана теперь падают у нас серебряные. Но у меня и золотой кана, так что он мне пока не нужен. Так. Ладно. Ну, давай последний каски бусы открываю. Все, дальше мне голды не хватает. Все. Вот, так что потом я сейчас накоплю, там откроем что-нибудь там дальше. Так. Опять спецприем падает. О, уже этот спецприем падает. Так. И Sony Blade. Уже второго уровня слияния. Все, хорошо. Отлично. За голдой мы с вами уже открыли. В принципе, как видите, у меня 20 тысяч голды осталось. И я... Ну, не хватает, ребят. Так что пока так оставим. Давайте будем открывать, наверное, золотой набор, да? Если останется, то я, наверное, открою набор спецназа, да? Сколько тут стоит? 200 душ. Ну, давайте, рискнем. Так. Угу. То есть у нас тут есть шансы на одного золотого персонажа. Сейчас посмотрим, какой у нас он тут выпадет. Прям интересно будет. Ну-ка. Сейчас пока ждем, прогружается. Да, жалко, что тут баги не работают. Что ж поделать. Так. Ладно, так. О, обостренное чувство для Кинши. Как раз-таки нормально будет. Так. А, и Дивора мне падает. Ну, не знаю, не знаю. Дивора, Дивора. Не знаю, что-то я пока не сахар, что-то про Дивора. Но потом будет посмотреть, что надо будет да как. Хотя, как не знаю, я уже забрал, получается, первую колоду из золотых карточек, да. Думаю, она как раз-таки не пригодится, хотя, если уж там придется их прокачивать. Ну, максимум хотя бы там, ну, нормально прокачать либо до 20-го, либо до 30-го, вот. Чтобы там потом уже было какие-то испытания валить и так далее. Ладно, продолжаем. Сколько останется, только и откроем, хорошо? Тем более, тут он стоит 150, так что, я думаю, сойдет. Так, ну что у нас там дальше у нас падает? Сейчас пока ждем, прогружается. Так. Что падает? Ага, у нас опять здесь приемы. Так, опять на руще падает. Уже 4 уровень слияния. Так. И скорпион не падает. Так, причем это инферно. Так, нормально. Так, хорошо. Ну, это золотой набор, поэтому тут неудивительно. Хорошо. Да, на алмазках там сложнее, ребят, будет. Так что там все, как говорится. Хотя, опять же, там есть шанс на выпадение на алмазке. Рандомный. Так, пока открываем. Так. Опять падает у нас этот, спецприемы. Уже теперь Эрмак падает, уже золотой теперь у нас он. Так, ну давайте, в принципе, сколько у меня еще останется? А, ну давайте, в принципе, 2 набора открываем, и потом я открываю, наверное, 1 набор спецназа. Хорошо, каски хватает, 500 душ, так что посмотрим сейчас, ну-ка, давай, открывай еще. Нормально, то есть я сейчас еще одну колоду могу собрать из золотых персонажей. Так. Хорошо, опять новый уровень. Контроль сознания. Ля Куан Чи теперь это у нас. Так. Опа-на, и Sony Blade падает. Нормально, так. Это сойдет, ребят, как раз-таки. Вот первый уровень слияния. Так, хватает, да? В принципе, можно 2 пака открыть, хотя я не знаю, хватает ли. 2 пака. Нет, ребят, давайте же не буду все это открывать, потому что если сейчас открою вот эти 2 набора, то у меня еще останется 100 душ. Давайте тогда набор спецназа открою 2 раза. Чтобы уже окончательно все души потратить. Вот, прям окончательно. То 2 карты поддержки падают, и опять же... О, 50 тысяч монет! То есть сейчас голда еще падает. Нормально, так. Сейчас, может, как раз сейчас набор откроем один. Угу, серебряный. Так, пока ждем. Ну-ка, 50 тысяч монет, да. Опа, тренировка Сейдо. Для Джонни Кейджа, так, хорошо. Ага, для Sony Blade, смертельно поцелуй. Так, и что падает? О, опять Sony Blade падает. Уже второй уровень слияния. Так, что-то мне пока... Что-то пока с ней везет. Я не знаю, смогу ли я Кинши выбить. Хотя я, наверное, уже вряд ли, наверное, не смогу его выбить. Придется, наверное, в следующий раз, когда я буду копить, буду открывать его. Ладно. Угу. Пока что ждем. Сейчас открою как раз-таки 2 набора, если получится серебряных. Ну-ка. Все. Все. У меня теперь больше душ нет. 15 штук осталось. Так. Угу. Так, жду, жду, жду. Все, хорошо. Так. Ну-ка, опять 50 тысяч монет. Голды, точнее. О, опять падает на Sony Blade, элитный атлет. Так.
Так, подстраховщик трюков для Джонни Кейджа. И опять не Сони Блейд падает. Вы ровните? Уже третий уровень слияния. Я не знаю, что сказать. Вы еще ровните? Реально, который раз уже падает уже мне Сони Блейд? Уже третий уровень слияния, Карл. Третий уровень. Так, ладно. Это ребята, нормально. Пока что это первый персонаж, третий уровень слияния. Вот, хорошо. Ну-ка, давайте теперь пока что у нас есть голда. Сейчас откроем чуть-чуть. Вот. Может быть, что-нибудь опять сегодня выбью там. Может, Кассикейдж выпадет мне. Так, для Эрмика падает этот. Ага. Опять Селены. Уже шестой уровень слияния. Так. И опять здесь Сони Блейд. Да что происходит? То здесь, то тут мне падает Сони Блейд очень часто. Не понимаю. Ладно, хорошо, продолжаем. Может быть, я не знаю, смогу ли я хотя бы Кенши вывести. Тем более, чуть-чуть уже есть. Может, есть какие-то у меня шансы? Или нет? Или мне придется потом открывать? Опять весь прием падает. Ага, телекинез. Опять для Эрмака. Ага. Джекс Брикс падает. Ладно. Джеки Брикс. Ладно, ладно. Опять. И еще, в принципе, до набора хватает. Все. Дальше у меня уже не хватает. Как раз таки голды. Все. То есть уже все пало. Так, ну-ка. Давай. И чё? Опять пресс-прием. Попался для Джекс Брикс падает. Нормально. Так. Так. И опять Джеки Брикс падает. Четвертый уровень слияния, ребят. Четвертый. Так. Ну, для меня это пока реально офигенно, ребят. Ну, для некоторых, кто реально там играет в МК давным-давно, это уже неудивительно, скорее всего, будет. Ну-ка. И последний открываю набор. Все. У меня больше ничего нету. Так. Ну-ка. Вот, опа-на, для Кана падает, нормально, хорошо. И Джонни Кейдж падает, все. Все, хорошо, мы открыли с вами как раз все наборы, которые тут есть. Я даже два раза набор персонажа открыл. И, блин, я сам охренел, но у меня прокачка себя самая мощная, серия на Сони Блейд. О, да, теперь, как говорится, будет, ну, очень жестко. Так, сколько получается я уже открыл? Да, видите, у меня есть Скорпион, Эрмак и Дивора есть теперь как раз. Сейчас я три новых этих. Да, я вот пока не знаю еще, как поступить у нас тут с серебряными карточками. Возможно, я их буду тоже прокачивать, но самых серебряных, кто пока самый сильный, если, конечно, прокачать, допустим. Вот, а это будет Джеки Брикс. Если прокачать, допустим, на уровне Кисси Кейджа, то, мне кажется, она будет прям, ну, наравне. А так, пока что у нас Кисси Кейдж сильная, то есть на третьем уровне слияния, как и Сони Блейд. Так, ну что, давайте, в принципе, рискнем, да? Давайте, в принципе, пару разочек сгоняем. Ну, одну катку, ребята, гоняем, потому что ничего страшного не будет. Как видите, у нас, видите, вот прям мощная колода реально стоит. Да, ну, правда, как видите, я еще воин фракции не гонял. Возможно, я буду в будущем как-то добираться до верха и вместо ученика брать вот такие уже, как видите, у нас там легенды, претенденты и так далее. Чтобы там, короче, уже были шансы на золотую и алмазную карточку. Чтобы там как раз-таки выпадали свои фракции. И, как видите, я могу за кристаллы в будущем купить какого-то бойца здесь, вот. Либо Тани, либо Эрмак, Скорпион или Сабзира. Вот. Но если, конечно, ему в магазине еще будет и Смоук, то я, наверное, может, его куплю. Ладно, давайте один разочек я погоняю. Сони Блейд третьего слияния. Это охеренно, чем вот реально, да, сколько она там. Да. И, блин, и Кенши мне тут попадается 17 уровня, у которого второй уровень слияния. Капец, блин, как же я хотел его выбить, блин, хотя бы серебряного. Ну ладно, ничего уж, что ж поделать, хотя бы Сони Блейд прокачали, прям хорошо. Так, ну смотрим. Блин, хотя я там первый поставил Кана, ну ладно. Давайте уж на один разочек сейчас прогоняем с ним. Тем более там способности стоят, так что посмотрим. Только, все, тихо. Опа-на, тихо. Хорошо, так, ну давай Сони Блейд. Опа-на, так, хорошо. Хотя она чуть меньше одного уровня, но все же бьет нормально. Так, тихонько. Так. Ага, все. Тихонько. Продолжаем. Ну, сейчас, скорее всего, так, наверное, всех и побью. Да? Постою чуть-чуть в блоке. Так. Хорошо. Ой, блин, тут не повезло, тут не фартануло. Так. Хорошо. Сейчас я как-нибудь заберу. Так. И там опять еще один кинши, короче, есть. Так. Так, тихо. Опять, он до разу мне уже там не применил, а? Так, хорошо, тогда давай хотя бы так. Угу. Вот. Все. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка, еще. Так. Все. Теперь вот так вот. Ну так и продолжу пока.
Так. Ну-ка, заберу. Все, забрал. И еще остается у нас Эрмак. Так. Все, его сейчас тоже забираю. Sony Blades. Хорошо, все, пусть так и будет. Ну, один раз уже сгоняли, поэтому ничего страшного. Я потом, если что, буду в будущем с ней гонять и проверять. Так. Хорошо. Ну, все, в принципе, вытаскиваем как раз-таки и сразу первый проходим, да? Да, как видим. Ну, все, хорошо, в принципе. Так, давайте заберу. Давай погружайся, все, хорошо. Да, чуть-чуть, как видите, все же я что-то поднабрал. Ну что ж, я думаю, завершать как раз-таки наш выпуск. Да, открыли наши наборы. Получилось довольно как раз-таки интересно и даже немного тут не скучно. Потому что я все же выбил новые карточки и прокачал, конечно же, которые у меня есть. Да, так уж получилось, что у меня в итоге теперь самый мощный боец, это теперь Sony Blade. Хотя она 16 уровня, а там Кана 25-го. Ну, не знаю, если ее прокачать, все будет, как ни странно, прям мощно. Что ж, что поделать. Ну что, с вами прощаюсь. Давайте уж всем удачи, всем пока. Конечно же, ставим лайки, записывайтесь на канал. С вами, как сказать, новые видосики. Ну и, конечно же, всем удачи, всем пока.